Ну, Европа получила то, что получила. Какое-то время были со стороны Европы и Англии, кстати, оккупация разных стран. Сегодня все перевернулось, и те, кого европейцы оккупировали, теперь начинают оккупировать Европу. Насильственная преступность, безусловно, возрастает. Грабежи, разбои, изнасилования. Ну, хлынувший поток людей требует выхода и сексуальной энергии тоже в самых невыразимых вариантах. Сегодня мы получаем в Европе возврат того, что Европа делала с другими странами. И это будет еще очень и очень долго длиться. И не знаю, удастся ли нормализовать все это до конца. Мы пока от этого защищены по многим причинам. Во-первых, Россия и Советский Союз никогда не использовали те страны в качестве, ну, как бы сказать, резерва и для себя, для оккупации. Мы всегда были довольно четко отграничены от всех других. Да, мы покоряли Европу, мы имели свои войсковые соединения в европейских странах, но страны третьего мира мы не привлекали, не трогали, не подавляли. Поэтому у них к нам негативного отношения нет. У них, конечно, есть желание к нам проникнуть, но не такое агрессивное, как к Европе.